Итак, приветствую вас, мои дорогие подписчики. Это видео я хотел записать для тех, кто очень хочет научиться играть на губной гармошке, кто начинает свое обучение на этом замечательном инструменте. В этом видео я хотел вам представить мелодию, довольно-таки несложную, вот, довольно-таки известную, может быть даже она детская, хотя, как вы знаете, любая мелодия, она может быть исполнена как в сложном варианте, так и в легком, в простом, довольно-таки так, может быть даже упрощенном. Вот. Но наша задача состоит не в том, чтобы сыграть какую-то сложную мелодию, либо какую-то иную. Наша задача состоит в том, чтобы научиться играть, чтобы начать играть и исполнять какие-либо мелодии. То есть совершенно не важно, какая это будет мелодия, а чисто технически уметь это делать, уметь извлекать звуки, чтобы это было похоже на ту или иную мелодию. Итак, в данном случае я хотел бы разобрать вот именно эту мелодию «Маленькой елочки», она называется. Вообще, конечно, мы с вами будем затрагивать в уроках разные мелодии. Вот. Все они будут служить нам такими маленькими упражнениями. Вот. От вас будет требоваться только, как я уже говорил, это одно то, что нужно будет запоминать, какие, значит, ноты, в какие отверстия нам нужно будет дуть, грубо говоря. И все это дело еще очень усложняется тем, что нам нужно будет обязательно попадать именно в одно отверстие. Итак, давайте мы начнем с того, что разберем начало. Для этого нам нужно будет найти шестое отверстие на гармошке. Вот. То есть визуально мы его, конечно, увидим. Здесь есть цифра 6, но нам нужно будет еще найти губами это отверстие. Я вам предлагаю вот таким образом сделать, начать с первого и просчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И дойти до шестого. Итак, поехали. Вот оно, отверстие номер 6. И уже старайтесь запоминать на слух, как оно звучать должно. То есть запомнить для того, чтобы когда вы начнете извлекать звук, чтобы вы могли уже сами себя контролировать и знать, а, я попал, значит, дую туда, именно куда нужно, именно в то отверстие, в шестое. Вот. Ну и, естественно, есть мышечная память, это соотношение, значит, руки и губ. Вот, я точно знаю, что я в него попал уже просто по слуху. Таким вот образом. Итак. Это будет первая нота, которую мы сыграем в этой мелодии. Это шестое отверстие. Мы сыграем от себя. То есть будем дуть не в себя, а из себя. Следующие две ноты нам нужно будет извлечь рядом. Отверстие левее, отверстие номер 5. Мы дуем тоже от себя. Так, еще разок. Шестое отверстие мы дуем тоже от себя. И в пятое отверстие тоже два раза от себя. Далее мы повторяем опять шестое от себя и пятое два раза от себя. Итак, получилась вот такая вот фразка. Запоминаем. Шестое, пятое, пятое. Опять шестое. И опять пятое, пятое. Далее нам нужно будет опять шестое сыграть от себя. Далее мы переходим к пятому, в себя. И потом пятое от себя. Итак, еще разок. Шестое от себя, пятое в себя и от себя. Шестое, пятое, в себя и пятое от себя. Далее четвертое в себя и четвертое от себя. Итак, давайте еще раз повторим. Нам нужно будет полностью все это музыкальное предложение повторить два раза. Поехали сначала. И еще раз полностью. Итак, это была первая половинка. Дальше у нас идет вторая половина этой мелодии. Начинаем тоже с шестого отверстия, но уже дуем в себя. Далее седьмое от себя. Шестое в себя. Пятое от себя два раза. Точнее, шестое от себя и потом пятое от себя. Далее шестое.
Пятый в себя. Пятый от себя. Четвертый в себя и четвертый от себя. Давайте еще разок повторим вторую половинку. Шестое. Шестое в себя. Вот это была вторая часть. Я сейчас вам покажу табы, и вы сможете, поставив на паузу, играть уже по этим табам. Итак, еще хочу кое-что вам сказать. То, что играя, вы, естественно, возможно, не сразу будете попадать только в одно отверстие. Я, например, когда играю, тоже не всегда в одно попадаю. У меня получается, я задеваю. Но в данном случае это не будет мешать мелодии, потому что звуки, они все будут входить в состав аккорда. Вы можете смело, грубо говоря, не попадать даже в одно отверстие. Но все равно стараться нужно. Вы можете играть, но все равно как-то стремиться к этому. Потому что не попасть в отверстие, значит, воздухом, это легко, а попасть не очень. Вот. Но нам нужно напрягаться, и поэтому старайтесь все-таки в одно. Вот. Вот я вам продемонстрирую, если вы не будете попадать, можно назвать это, что вы сыграете аккордами. Вот. Когда не думаешь, куда дуешь, просто определенные места, ну так вот, значит, приблизительно знаете, куда дуть, а дуете уже так в несколько отверстий. Дальше. Уже будет игра аккордами. Итак, сейчас я вам покажу табулатуру, которую я подготовил. Вот еще раз хочу сказать, что моя гармошка, значит, настроена в тональности ля. В тональности ля мажор. Это обозначается латинской буквой А. Вот. Если у вас какая-то иная тональность, отверстия будут абсолютно те же самые, просто будет звучать другая тональность, табулатура остается той же самой. Итак, вот табулатура. Вы можете поставить на паузу и спокойненько проиграть. Стрелочки, которые идут вверх, означают, что мы извлекаем звук при помощи того, что дуем воздух от себя, то есть выдыхаем. Стрелочки, которые нарисованы вниз, означают, что мы вдыхаем воздух в себя. То есть, значит, сами цифры – это номера отверстий, в которые нам нужно дуть. Итак, это была мелодия «Маленькой елочки».